Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня поговорим о кофейном дереве. Многие цветоводы любят это растение за его декоративный вид, за его красивые глянцевые листья. Ну и согласитесь, вдвойне приятнее, когда на нем созревают плоды, кофейные зерна. Вот сегодня и поговорим, как добиться не только красивых листьев, но и урожая. У меня на канале есть видео про это деревце, когда оно было совсем маленькое. То есть это не оно одно было, а их было очень много. Я рассадила их в разные горшочки после покупки через некоторое время. И вот я скажу честно, было 18, но из 18 выжил. И вот такой вот красавец всего один. Вот представляете? Очень сложно сохранить после покупки кофейное дерево. Кто с этим сталкивался, меня понимают. И хочу вам показать. Смотрите, какие ягоды. Они уже поспели. Сегодня я как раз хочу снимать урожай свой. Видите, вот такую веточку еще покажу. Так, листиком закрылась. Посмотрите. Очень красиво. А когда цветет кофейное дерево, такой аромат. Такой аромат. Я его время от времени, как видите, мокрые листья, я его купаю, чтобы смыть с него пыль. Он это очень любит. Смотрите, какое пушистое. Красота. Очень пышное деревце. И посмотрите, сколько завязывается новых соцветий. То есть он будет весь у меня в бутонах. Представляете, сколько будет ягод. Наверное, будет похоже на облепиху. Ну, конечно, здорово. Ну, зерен, конечно, немного. Это мой первый урожай, но думаю, на чашку кофе хватит нам выпить. Ну что, будем снимать первый урожай. Ну, они очень хорошо отрываются. Я здесь хочу вот так вот сделать на салфеточку. Потом расскажу, что я с ними буду дальше делать. Сейчас я их снимаю. Все красные зернышки я снимаю. Вот здесь вот еще есть такое светлое. Оно у меня останется еще созревать. Вот эти два еще сниму. О, вот еще красненькое так сниму. Видите, зеленый еще остался. Так, эту веточку я сняла. Вот здесь вот смотрите, видите, какие красавцы висят. И вот здесь один тоже вот зеленоватый еще, а вот эти вот красные. Вот эти я сниму. Вот так вот. А вот эти вот оставлю еще дозревать. Ну вот такой урожай. Ну, думаю, на маленькую чашечку кофе мне хватит. Интересен сам процесс сбора и самой вот приготовить эти зерна. Но процесс это длительный. Сейчас я их вот на этом ситечке положу сушиться. То есть сушка будет у меня, вернее ферментация, недели 4, а может и даже и 5. Просто вот эта сама оболочка зерна, я вчера одну сорвала уже и, конечно же, попробовала. Она съедобная, она очень сладкая. При сушке вот этой ягоды происходит брожение. И вот с этой мякоти вот эта сладость проникает в само зерно. И поэтому очень приятно будет пить ароматный кофе. И после этого, когда пройдет неделя 4, а то и 6, как бы это длительный процесс такой, в общем-то, представляете? Я его очищу,
потому что там содержится тоже защита вот этого зерна, она будет потом сухая, и она просто хорошо отшелушится. И я его обжарю немного, и, конечно, сниму все на камеру, как это у меня дело происходит, и с вами с удовольствием выпью чашку кофе и расскажу свои ощущения вообще, как отличается оно от покупного или нет. И сейчас расскажу, как я ухаживаю за своим кофейным деревом. Скажу сразу, кофейное дерево капризное. Я поначалу вообще бегала с ним по квартире, я не могла найти ему место. То ему сильно светло, то ему темно, то ему жарко, то еще что-нибудь. В общем, вывод сделала такой. Он не терпит обогревательных предметов рядом с собой. То есть это касается батарей, конечно. Он не любит сухой воздух, так как это тропическое растение. Он не любит сквозняков. Он не любит холодный пол. Он не любит больших перепадов температуры. Температура должна быть стабильной, но не жарко. Я заметила, у меня температура, где стоит мое кофейное дерево, ну, 22-23 градуса. Максимум 24. А то где-то бывает, может, и 20. Во-вторых, он требует подкормок. Когда у него идет рост активный, конечно, требуется азотное удобрение. Можно даже использовать хелат железа периодически. Но я им не опрыскиваю, я его просто поливаю. Поначалу даже я пробовала ему втыкать и ржавые гвозди, но это не работает, это не помогает, правда. Грунт должен быть рыхлый, воздухопроницаемый. Грунт можно использовать просто универсальный, но добавлять очень много разрыхлителей. И еще, он любит подкормки, либо конский навоз, либо коровий, да, вот этот вот развожу и удобряю его. Он это очень любит, такие удобрения. Ну, как видите, листья, в принципе, у него хорошие. Опрыскиваю я его нечасто. Иногда могу раз в месяц устроить ему теплый душ. И, может быть, раз в месяц его опрыскать. Я его еще опрыскиваю янтарной кислотой или лимонным соком. Ну, чуть-чуть в теплой водичке, да, с лимонным соком он это тоже любит. И лимонным соком я его еще и поливаю. Это тоже раз в месяц. Просто я добавляю сок лимона в воду для полива чуть-чуть и поливаю. Место расположения он любит светлое, но свет должен солнечный, например, быть рассеянным. Но чтобы солнышко на него попадало, но не прямое, я уже сказала, там либо за шторкой, либо за растениями. В общем, он у меня стоит возле окна, у меня окна в пол, где он находится. И что еще хочу сказать, это в принципе относится, наверное, ко всем растениям, но некоторые растения, они это как бы переносят, а вот кофейное дерево, место перестановки оно не любит. Оно любит свое место. Оно даже не любит, когда его поворачивают. Особенно, когда он закладывает, допустим, цветочные почки. И вот это он не любит. Это я сейчас для съемок, конечно, его потревожила, но он меня простит, я думаю. Что касается пересадок, прям очень аккуратно нужно. Не любит кофейное дерево пересадок. Вообще не терпит, даже перевалку, вот очень болеет. Я просто сталкивалась, когда вот пересаживала, да, вот другие как бы кофейные деревья, как бы, да, из маленькой посуды в большее. Там прям, знаете, надо вот прям посуду-то выбирать такую, что вот если в маленьком росло, чуть больше надо, вот чуть больше, чуть больше, чуть больше. Потому что если маленькое сразу большое посадите, да, вроде кажется, и крона большая, все. Кофейное дерево начинает болеть, начинает портиться листья. Вот у него, кстати, вот вообще вот по корневой системе, вот если что-то ему не понравится, либо переувлажнили почву, когда при поливе, либо пересушить. Вот лучше его пересушить, чем перелить. Я его поливаю, вот я даже не могу сказать, вот как два раза в неделю или один раз в неделю. Это все зависит от того, как пересыхает грунт.
То есть я смотрю, если грунт пересох, вот ну, верхняя часть это точно сухая, она прям просто рыхлая. Может быть, там где-то у корней и есть влага. Хотя я сомневаюсь, что она есть. Поливаю я его маленькими частями. Я его сильно не поливаю. Но, понимаете, вот по нему прям видно. Я просто знаю уже его, да, и вижу, когда он хочет пить, я ему, конечно, наливаю. Очень хорошо, конечно, использовать и полив под дом, потому что у него корневая система уже хорошо развита, и можно поливать и в поддон, чтобы не перелить его. Если его перельешь, у него начинают портиться листья, они начинают чернеть. Это говорит о том, что переувлажнение корней идет. Ну и часто еще проблема, листья облетают, желтеют. Вот это, наверное, сталкивались все с этим. Это недостаток удобрений, это 100%. Хилат железа только и все. И аккуратней с поливом. Что касается вредителей, ну вот Кацо меня поддерживает. Я не сталкивалась с вредителями, вообще ни с какими. Мне, конечно, могу сказать, повезло с моим экземпляром, потому что роскошное кофейное дерево. Я вот так посмотрю, где-то в магазинах, например, продаются, да, кофейные деревья уже такие большие. Они, знаете, такие какие-то полуголые стоят, ветки какие-то, листьев мало, одни ветки, красоты нет никакой. А это прям вот такой аккуратный кустик. Ну, ладно, не буду, а то сглажу еще. В общем, я очень довольна, что в моей оранжерее появилось такое растение. Очень я хотела вырастить кофейное дерево, прям очень. Мне прям нравятся вот эти вот цитрусовые кофейные деревья. И... Ну, послушаем немножко Кацо, и я продолжу. Кацо! И у меня мечта, конечно, еще завести дерево какао. Прям вообще мечта моя. Подписывайтесь на мой канал, будет интересно. Пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующем видео.